Вітаю всіх глядачів ютуб-каналу Дмитро Гордон. Закликаю всіх підписуватися на всі канали нашої спільноти. Мене звати Ольга Шилкіна, і я рада вітати в нашій студії імпровізованій Геннадія Гудкова, російський політик-опозиціонер, екс-депутат Державної думи Російської Федерації і полковник ФСБ у відставці. Пане Геннадію, вітаю вас, добрий вечір. Да, будемо сподіватися, що вечір добрий. Во всяком случае, ми його всім пожелаємо, хто нас бачить і слухає. Именно так. Значит, ну давайте начнем тогда, Геннадий Владимирович. Очень много таких актуальных событий, которые влияют. Как говорили некогда в наших кругах, раньше сядем, раньше выйдем. Шутка, конечно. Значит, давайте поговорим сразу про зерновой коридор, про зерновую эту сделку, которая вот сейчас у всех на устах, да, Владимир Путин готов вернуться к условиям зернового соглашения, это вот буквально сообщение последних часов, и он при этом назвал два условия. С вашего позволения процитирую. Расследование взрывов, это условие, да, расследование взрывов на кораблях Черноморского флота в Севастополе и предоставление Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях. Как вообще оцениваете такую риторику? И вот эти условия он, Владимир Путин, озвучил непосредственно Эрдогану. Ну вообще, в той ли позиции сейчас Путин, чтобы озвучивать какие-то условия, да еще и Эрдогану? Ну как я расцениваю? Как то, что Путин прекрасно понимает язык силы. О чем я всегда говорил. И этот язык объяснил Путину не далее, как сегодня, прям с утра самого, что плевать хотел мир на предупреждение Путина, что он не боится никаких его блокад, он не боится никакого Черноморского флота. И он будет выполнять то соглашение, под которым стоит подпись Владимира Путина. Хотел бы он этого, не хотел. А если он будет что-то делать, то американский флот уже в Балтийском море, он может легко прийти и в Черное море. А в Черном море прекрасный флот Эрдогана, Турция. Там же британские фрегаты. И они готовы взять под охрану этот маршрут. И чтобы не было ни у кого никаких иллюзий, они сумеют дать достойный отпор любому агрессору. Вот, собственно говоря, это Путину было объяснено на простом, непонятном ему языке силы. И мы видим, что Путин сразу все понял. То есть то, что Украина не использовала гуманитарный коридор для военных целей, это козе понятно. А расследование что проводить? Я готов сейчас прямо вот у вас в эфире за 5 минут провести расследование, доложить эти данные Путину и может закрывать расследование. Атака была организована новым видом оружия, разработанным, доработанным в Украине. Безусловно, за этой атакой стоят военно-морские силы Украины и конструкторы. Они разработали помимо надводных, помимо летающих беспилотников, так называемых дронов, они разработали очень дальнего действия дроны надводные, малозаметные, с водометными двигателями, которые, как оказалось, легко проникают в самые охраняемые уголки акватории российских бухт и гаваней и наносят разящие удары, поскольку обладают очень большой маневренностью. Легко преследуют корабли, которые имеют крейсерскую скорость там, 50 км в час, догоняют их, обгоняют и наносят удары в самые уязвимые места. Если это Путина расследование устраивает, то, вернее, не устраивает, то покажите ему, пожалуйста, они у вас есть там в широком доступе, видеозаписи, это все по старой привычке, говорю, видеопленки, видеозаписи, где операторы ведут эти дроны, и один из операторов даже еще покуражился. Он направил на полной скорости этот дрон. А дрон из себя представляет лодку, полную, начиненную взрывчаткой со всеми там системами наведения, со всеми системами теленаблюдения. Он направил на полной дуре, на полной скорости в катер. Моряки, понятно, поняли, что им каюк. Они дружно попрыгали в море. А оператор пошутил, он развернул лодку, вот эту начиненные взрывчатки направил, ее в какой-то там то ли фрегат, то ли крейсер, то ли большой десантный корабль, какую-то большую цель. Это все видно на записи, ее легко можно посмотреть, и если у Путина нет специалистов, я думаю, что они уже давно все сказали, то есть это формальное, которое он хочет поставить, это он пытается подсластить себе сам пилюлю.
Потому что он прекрасно знает, кто организовал эту атаку, как. Что Украина получила в свое распоряжение новый вид оружия, смертоносный для любого флота. Он теперь это знает, он теперь это понимает. Теперь Черноморский флот с учетом вот этого оружия, оно в сотни раз, в тысячи раз дешевле, чем сами корабли. Значит, теперь им Черноморский флот теряет свое значение, поскольку если он будет сильно там досаждать, против него вновь в очередной раз будет применена атака дронов. Геннадий, вот и все, что я могу сказать. Так, вы говорите, что это сверхновое оружие, да? Но оно не сверхновое, что... нет. Я неправильно выразился, это не совсем точно. То есть такие дроны есть на вооружении у ряда армий, но нет дронов такой дальности. То есть это доработка оружия и придание ему совершенно новой характеристики по дальности. Ну, 1000 километров с ума сойдешь. Смотрите, есть уже, да, стоит, мне кажется, заметить и сказать нашим зрителям о том, что вооруженные силы Украины, в принципе, не взяли на себя ответственность, да, вот сейчас мы нашего украинского генштаба, никаких комментариев мы не видим, но есть уже информация о том, что там насколько она достоверна, но все-таки, что там очень простые моторы почти как на водометы стоят. Они, да, водометы, вот на скутерах, которые на пляжах используют. Это вам что-то известно об этом вообще? Ну и, может быть, вы располагаете какой-то более конкретной информацией? У меня никакой внутренней нет, я просто почитал хорошее экспертное заключение по всей этой технике. Оно разработано на базе бытовых маломерных лодок, судов, там приданы определенные характеристики, и там поставлены водометные двигатели, достаточно эффективные. А почему водометные? Потому что вся техника, которая вот контролирует проникновение любого плавающего средства в гавань, в бухту в охраняемую, они построены на выявление вращающегося винта. А тут нет винта, а тут водометы. И поэтому они так легко прошли, да они еще 2 часа глумились, гонялись там за кораблями по бухте, то есть глумились над целями. Вот, поэтому, что я могу сказать, если Владимир Путин не устраивает мой вывод, покажите ему записи, видеозаписи, пусть он сам посмотрит. То есть речь идет о серьезном увеличении радиуса действия таких дронов. Они есть, они стоят на вооружении американцев, они стоят на вооружении англичан, они еще у кого-то стоят с каких-то морских держав. Но там лучшие образцы, они имеют дальность там 200 километров. А здесь дальность гораздо выше. Я там не знаю, как они ее достигли. Может, какие-то дополнительные баки, может, что-то еще. Но они достигли большой дальности. Фактически получается, что это лодка, начиненная взрывчаткой, которая наводится с помощью систем управления дистанционно на цель. Я не знаю, там какой способ... И какие, так сказать, механизмы связи оператора с этой лодкой. Это не автоматически, по-моему, это не автоматически. Вот, и там идет коррекция курса. Но в любом случае, атака показала, что сегодня выигрывает битву не тот, у кого корабль больше, а тот, у кого техника современнее. С моральной точки зрения, вот казалось бы, раньше считалось, что Севастопольская бухта – это святая святых, куда там комар там носа не подточит, да, никто не может туда попасть. Вот и сейчас мы видим, что совершенно противоположно. Вот с моральной точки зрения, крейсер «Москва» знаем, где уже, да, вот опять-таки сейчас конкретных нет данных по поводу кораблей, затонули, не затонули, в каком они состоянии сейчас находятся. Но, тем не менее, это ощутимый удар вот по репутации Черноморского флота. Это, и можем ли мы говорить о том, что... Может быть, не сколько по репутации Черноморского флота, да, все-таки флот есть флот, да, а он нанесен удар по репутации вообще всей системы защиты флота. Потому что завтра это может оказаться Балтийский флот, послезавтра Тихоокеанский. Оказывается, что можно долбить с большой легкостью любой флот в своей родной гавани. И, конечно, это не Пёрл-Харбор, то, что произошло в Севастополе. Но, в общем-то, это очень обидный, досадный, очень чувствительный шлепок, пощечина, который получил Черноморский флот и вообще весь флот России за счет атаки дронов.
дроны сегодня способны вот к таким, нанесению таких дистанционных ударов. Как вы думаете, отправят тогда, может быть, корабли куда-то подальше от Крыма, там, в Новороссийск или еще куда-то, раз уже... Есть хорошее место, Тихоокеанские бухты, там понадежнее. Мне кажется, их надо туда отправить и снять вопрос там обстреливания калибрами мирных кварталов, мирных городов, вот сразу, как бы, так сказать, использовать для дела и приятные, и полезные сочетания. Но я так, извините за цинизм, шучу мрачно, но потому что остается. Конечно, то, что делает Путин, он навсегда опозорил Россию, ее флаг военно-морской, ее армию, народ. Ну, что можно сказать? К сожалению, это все произошло. И мне очень стыдно за то, что мы не смогли это предотвратить, хотя мы, по крайней мере, очень сильно старались. Давайте все-таки вернемся к зерновому коридору, к зерновой этой сделке. Завтра мы видим, что не будут корабли курсировать вот именно этим коридором. Вообще, как оцениваете перспективы его? И чего-то можно ожидать, каких-то новых шагов, то есть, ну, со стороны Путина? То есть он скажет о том, что... Ну, то есть может ли когда прогноз быть? Или все-таки сложно сейчас какой-то логикой? Да нет, будет работать этот коридор, даже не сомневайтесь. И он уже не зависит от Путина. Путин, конечно, может попытаться делать какие-то подлянки, но это будет серьезный удар по нему же ответный. Он это понимает, что предотвратить такой удар он не сможет. И вообще для него это может оказать втягивание в войну уже с НАТО. Он все там кричал, что он ведет войну со всем НАТО, но еще ни одного солдата НАТО в составе государственных вооруженных формирований стран НАТО не участвовал. А вот если он сейчас начнет там хулиганить на море и ввяжется в конфликт с НАТО, там ему мало не покажется. Сил у него с НАТО воевать нет, он с Украиной справиться не может. А что там говорит про все НАТО? НАТО просто, оно там его уничтожит. Вот как раз за 2 недели, как он хотел взять штурм там Киев за 10 дней. Вот за 10 дней от российской армии ничего не останется. Мы теперь это уже очень четко видим, понимаем и осознаем. Конечно, я против такого варианта. Я не хотел бы, чтобы он был, потому что он опасен. Но, тем не менее, я думаю, что это абсолютно реальный сценарий. Если вдруг Путин решится на безумие, на вооруженный конфликт с НАТО на Черном море. Владимир Геннадьевич, а какую роль отводите вы непосредственно Эрдогану? Сегодня мы снова услышали о том, что он заклыкает, да, украинское слово, да, призывает сесть за стол переговоров Украину и Россию. И это, такую риторику мы от него слышим очень часто. Вот как вы оцениваете это? Или кто-то еще? Мне кажется, что это дежурные фразы. Типа мы за мир, за дружбу, за жвачка, мир, дружба, жвачка, да? Но он прекрасно понимает, что предмета ни для мира, ни для дружбы нет. И для переговоров тем более. Но так как он играет там свою роль определенную, миротворца, лидера страны, который начинает сыграть большую и большую роль в мире, особенно там в регионе Ближнего Востока, Среднего Востока и так далее, в исламском мире. Это он и разыгрывает эту карту, Эрдоган. Он, конечно, вот эту дежурную фразу о том, что, ребята, давайте жить дружно, как кот этот, как его, господи, Леопольд, да, кот Леопольд, мне подсказывает жена. Вот кот Леопольд, да, ну, дежурное, можно сказать, призвание, да, дежурный призыв, закликание, да, как вы говорите, закликание. Вот, а у него, значит, вот это вот дежурное закликание, потому что он прекрасно понимает, что ничего там не будет. Но он играет свою роль, и я думаю, что в этом конфликте он является серьезной военной составляющей, которая убеждает Путина, что лучше не связываться с более сильными мира сего. А что вот по вашему поводу происходит сейчас непосредственно вот внутри Российской Федерации? Видим, сейчас активизировались снова-таки Пригожин и Кадыров, которые уже не скрывая критикуют Шойгу. Можем ли мы говорить о каком-то том, что лед тронулся, может быть? Может, какие-то внутренние брожения идут? Или вообще, что происходит? Кто эти люди? Насколько они вот влияют сейчас на мнение Путина? И насколько они могут раскачать лодку изнутри, если могут? Ну, вот этот вопрос, который там требует очень фундаментального долгого ответа.
Скажу так, что Путину пока удается удерживать бразды правления. Безусловно, под ним все там нестабильно. Причем эта нестабильность может даже начинаться с самого ближнего круга. Но если они не совсем идиоты, они тоже будут думать, как же выжить в этой катастрофе, которая неизбежно скоро наступит. Думать уже надо сегодня, и думать нужно быстро. Я там все время, так сказать, в полушутку говорю, что Патрушеву нужно срочно позвонить Бернсу, пока тот еще не забыл русский язык, и попросить его о гарантиях личной безопасности в обмен на отстранение от власти Путина. Для него прекрасный вариант, по-моему, единственный. Потому что второй человек, который повинен во всей этой войне, жестокости, репрессии, это он там и Ковальчук, вот там эта троица ключевая. Поэтому любой может сыграть эту игру. Любой может сыграть игру в любой части окружения. Ну, вот чуть дальше круг. Да, первый круг он может только спасти себя тем, что там снимет Путина с должности и попросит гарантии личной безопасности и какую-то там плавную передачу власти. Это вот первый круг. Второй круг его люди ненавидят. Они бы его порвали, как тузик грелку уже сегодня, вчера бы уже порвали. Но у них пока нет возможности. Как говорится, руки коротки. Желание и возможности, помните, как вот не совпадает желание и возможности, как в известной нашей комедии. Поэтому вот здесь вот, как же там что-то, хоть видят, нет, короткие, ну, неважно, сейчас вспомню пословицу, которая характеризует это состояние. Они все находятся в состоянии озлобленности, в шоке, в панике, они понимают, что ситуация ухудшается, что она ведет к трагической развязке, к драматической развязке 100%. Они это все отлично понимают с первого же дня войны. Но они пока ничего сделать не могут. По крайней мере, если мы видим Путина в Кремле на посту, в бункере, в экране, это значит, они ничего сделать не смогли. А дальше начинается там чехарда. Да, региональные регионы ненавидят, потому что их тоже всего лишил. Ну, вся элита, в общем, по большому счету, Путина либо не любит, либо ненавидит. Там я не знаю, кто его сейчас поддерживает. Я таких не встречал. В путинской элите я таких не встречал. Серьезных именно людей. Не какая-то там шелупонь там на уровне какого-то там помощника мэра какого-нибудь там Захалуйского какого-нибудь района. А вот так серьезных людей я ни одного не встречал, который не понимал бы ужаса и трагедии всей возникшей ситуации. Но они сделать ничего не могут. А почему не могут сделать? Вот как? Ну, вот сегодня наш, кстати, главный разведчик, генерал Буданов, говорил о том, что конкретно украинской разведке известно о том, что у Путина есть три двойника, как минимум три двойника. Вот якобы, что он боится очень вот этих покушений возможных. То есть, значит, боится покушений, это тут понятно. Он, когда даже еще не было военного периода, он менял охрану, он ее удваивал. Я еще застал, когда работал в Госдуме, мне пришли там руководство ФСО. Мы тогда дружили с ними, так до известности, ну, по-человечески. И мне рассказывали, что шеф опять увеличил охрану, но он всего боялся уже тогда. Сейчас он боится тем более. Двойники я не верю. Нет, я верю в двойников в каком плане? Я могу поверить в двойников, что они существуют для каких-то публичных мероприятий, где Путин где-то мелькает, там, в машине, на втором плане, где-то еще. То есть человек, похожий на Путина, да. Что касается там, когда говорят, что там вместо Путина двойник проводит приемы, вручает награды, произносит речи, ну, у меня нет таких данных, потому что я до сих пор общаюсь с людьми, похожими к Путину. Я не то, чтобы с ними общаюсь каждый день, но у меня есть какие-то контакты остались с людьми, которые к Путину хуже, они прекрасно подмену его тут же моментально уловят, как сказать, увидят, почувствуют. Но таких данных нет. То есть данных таких и не было, и нет. По крайней мере, на сегодняшний день. Так что подозревать, что вместо Путина работает какой-то актер Путиным, ну, крайне сложно. Тут не знаю. Это какой-то, да, там, должно быть там... Может быть, у него тогда был брат-близнец, просто они там расстались в роддоме. Ну вот наш главный разведчик говорил о том, что именно этим людям делались эпилептические операции для того, чтобы они были больше похожи. Да там нет. Насчет похожести это все можно сделать. А вот насчет всего остального, Вы исключаете. Да, я это исключаю. Ну нет, я же не являюсь в последней инстанции. Я вам просто говорю, что мне ни разу никто из людей, похожих к Путину,
который с ним видится там чаще или реже, но тем не менее хорошо его знает, никто не говорил, что там вдруг он подметил какую-то замену, неестественно, что-то такое, что у него возникли сомнения. Ну, ни разу. Поэтому я пока вот не верю в то, что двойники вместо него в Кремле сидят. То, что они могут мелькать где-то, так сказать, на каких-то мероприятиях, путая противника и снайпера, ну, я тут с этим могу согласиться, но не более того. Поэтому но пока, вот, наверное, отпадает эта версия. Да, ну а вот эти вот публичная критика все-таки Шойгу со стороны вот Пригожина и Кадырова, вот как вы это оцениваете? Видим, знаем же мы, что Кадыров и Пригожин это, в принципе, люди, которые, как бы, если можно так выразиться, там, породил Путин, да, вот о чем это говорит вот эта вот публичность? Ну, значит, все-таки вот то, что я говорю, доходит до масс. Раз вы говорите, что породил их Путин, да, конечно, это люди, его цепные псы. У них нет никакого там серьезной политической игры, ну, в каких-то маленьких, это мышиные пределы игры, которые они ведут, ну, какие-то там интриги, какие-то там, какие-то группы они входят, кого-то они там что-то где-то дербанят, где-то что-то они там имеют, где-то что-то не урывают, но не более того. Они крутятся в придворном круге, и этим замыкается их политическая судьба. А если мы говорим о какой-то политической игре, то еще можно тут в ней чуть-чуть подозревать Кадырова, у которого есть там Кавказ и Чечня. Он там все-таки как-то чего-то чувствует себя более-менее. Но я бы не сказал, как рыба в воде. У него там, конечно, огромное количество врагов. Но, по крайней мере, он хоть эту тему знает. А Пригожин-то он просто задействован на Путина. И вместе с Путиным он поднялся, и вместе с Путиным он исчезнет. Причем, видимо, одновременно, а может, даже чуть раньше. Поэтому вот эти ребята, они выполняют волю Путина. Надо, так сказать, облаять Лапина, надо его там покусать, надо его там грозануть. Они это делают. Надо поднять вой какой-то. Они это делают. Они делают то, что Путин сам не хотел бы делать, но делают, несомненно, от его имени, по его поручению. Потому что, ну, Путину как бы не с руки генералов ругать пока. Он же чего боится? Если он сейчас начнет травить генералов лично, как бы они там не сбунтовались. А вот тут прекрасные персонажи, которые ни за что не отвечают. На одному можно дать лычку лишнюю там в виде звезды генерала этого полковника на погоны, и он там будет счастлив. Ну, а другому еще очень какой-нибудь подряд там на какое-нибудь порченное продовольствие, которое он будет поставлять куда-нибудь. Поэтому я думаю, что вот он их руками сейчас пока движет вот эти все кампании в отношении тех или иных генералов. Там Лапин-то, он, по-моему, у него срок даже кончался полугодичный, там же они как-то раз в полгода меняют команду еще. Ну вот можно было просто его потихонечку. Но там, видимо, нужно было дать какую-то оценку. Меня смутило, что еще одновременно с этим выступление нашего главного пропагандона истерика Соловьева. Он там просто буквально там надрываясь кричал, что там эти генералы, они там никто там не с должности, вот они там не выполнили свои обещания. Они там развалили наступление, они там то-то. И ведь никто, ни один мерзавец там не застрелился, не повесился. Даже ни один из них там негодяй рапорта не подал. Он там кричал на каком-то там канале. Я просто видел кусочек, фрагмент его истерики в интернете. Владимир Рудольфович Соловьев, он же очень тонко чувствует волю хозяина, да, и пожелания из Кремля. Я так думаю, что это вот не просто так совпадение, когда Кадыров, Пригожин начинает облаивать генералов, и вслед им идет вот этот вот пропагандист Соловьев, пропагандон Соловьев, который там сопровождает тоже бранными речами характеристики генералов и их боевых качеств. Ну вот что-то вот похожее на то, что Путин потихонечку движет общественное сознание, что во всех-то военных успехах не он виноват, который вверг страну в совершенно ужасную кровавую войну, за которую не будет прощения, и не только ему. А это вот генералы-козлы, они недооценили, они не доложили, они дали обещания, которых не выполнили. И вообще, так сказать, они, видимо, все проворовались, их нужно арестовать, их нужно посадить, и чтобы неповадно было. Я думаю, что все идет к делу генералов. Непонятно, когда оно будет, но мне кажется, оно будет. Ну, а они могут ответить? Или, ну, все-таки существует же какая-то офицерская честь и так далее? Или просто и в этом случае, как бы, извините, заложение утрутся? Не знаю. Я не знаю. Может быть, они там семьи какие-то куда-то свои сплавили, отправили вместе с деньгами. И решили там себя принести в жертву, отправиться на бойню, да?
Я не знаю, на самом деле, способно или не способно. Я сейчас читал там репортаж о том, что вот люди чуть ли там не плачут, но тем не менее идут по повесткам в армию. Когда их спрашивают, что вы идете в армию, говорят, ну, типа, в тюрьме, мы в тюрьме боимся. Лучше в тюрьму идите, чем в армию. Они говорят, ну, тюрьмы мы боимся, а здесь они не боятся. Ну, то есть вот, вот это вот народ терпило, вот часть этого народа терпило, да, вот есть такое, такой жаргон в правоохранительной системе. Он, правда, не для этого применяется, но все равно терпило народ. Вот он будет терпеть, он будет кровавыми, значит, слезами утираться, но вот он не восстанет, по крайней мере, пока. Может быть, и генерал такие, может быть, и, извините, может, и генерал там у нас без яиц. Вполне возможно, что таких выводили, да, отрицательная селекция привела к тому, что там не дедушки, а бабушки во главе войск стоят в конечном итоге. Но мы не знаем с вами, это мы узнаем только, когда эта война тем или иным образом там будет катиться к концу. Тогда мы узнаем, что там есть у наших генералов, бабушки они или дедушки. Ну вот по поводу мобилизации. Шойгу сказал о том, что уже она закончена, но знаем, что Путин никаких документов по этому поводу не подписывал. Да, вот все-таки будет она также продолжаться? Мне когда задаете вопрос, знаете, я о чем подумал, что мат никогда не исчезнет из нашего языка, потому что нет более точных эмоционально окрашенных слов, которые вот характеризуют то или иное явление. Когда мне сказали про отмену, значит, вот этой мобилизации, я сказал, что это очередное, и дальше вот там нехорошее слово. Обманул его, скажем так. Вот, потому что, ну вот когда там Путин начинает рассказывать, что, вы знаете, я с юристами своими посоветуюсь. Вот более идиотической фразы представить от президента страны сложно. Во-первых, он закончил юрфак. Может, конечно, он был двоечником, но вроде объективным показанием прибора это не подтверждается. Но даже если он не был двоечником, он должен на посту президента, он там 23-й год штаны протирает в Кремле, он должен бы немножко поднатореть в юриспруденции, хотя бы в части, касающейся государственного строительства и принятия актов. И он не может не знать, что и объявляется это мобилизация, и отменяется его указом. И то, что он там не посоветовался, это не надо, достаточно сказать. Это вот такая вот дешевая уловка, прям вот настолько дешевый, ну прям 3 копейки стоит такая уловка. Мы же прекрасно понимаем, что мобилизация не закончена. И поэтому Путин никакого указа о ее завершении не подпишет. Потому что как только потребуется новое пушечное мясо, это пушечное мясо будет хватать на площадях, на улицах, в магазинах, далее везде. И будет новая волна. И это настолько вот смотрится позорно, стыдно, когда там президент нагло, просто цинично врет людям, и все умные люди понимают, что он врет, это, конечно, такого не может быть ни в одном цивилизованном государстве. Ну а что, это оболванивание или что, по-вашему? Это что, вот оболванивание или почему так, если вот вы говорите, что умные люди, а все равно молчат и вот такой биомассой... Потому что они плевать хотели на этих умных людей, чем их больше уедет или исчезнет, тем для них лучше. Они вообще хотят остаться со стадом на один, потому что стадо может, все, что делать может стадо, покорно блеять и идти на заклание куда угодно. Им умные люди мешают. Им умные люди мешают. Они им нужны, вот когда там, типа, вот вы поработаете, вот там айтишники, вы поработаете тут, но вот только не вякайте. Вы вот работаете, как это там, сидеть на попе и не кряпать, да? Вот это вся идеология российской власти. Все должны на нее работать, тихо сопеть две дырочки и не возмущаться ничем. Но умные люди валят из страны. Уже уехало, ну, я думаю, что больше 4 миллионов. Нет, больше 5, наверное, миллионов уже уехало. И это огромно. Представляете, целая Болгария уехала из России. Вот просто, причем не только в Болгарии, там пенсионеры, малые дети, там домохозяйки и так далее. Приезжает дееспособная часть населения. Причем в хорошем, самом серьезном смысле этого слова дееспособные, креативные, квалифицированные, образованные, способные к обучению, к получению каких-то определенных профессиональных навыков, к научной деятельности, к инженерной и так далее. Вот, что, вот какие 5 миллионов уже уехали.
Но сейчас же уже нельзя покинуть территорию России, насколько я знаю, когда идет мобилизация. Или ну, пока еще можно, но в очень ограниченные коридоры. Двери закрыли, остались узкие форточки, в них сложно пролезть, но скоро, видимо, эти форточки законопатят. Поэтому ситуация, она нагнетается. Уже там есть какой-то законопроект в Думу внесен о том, чтобы запретить выезд из страны там, молодым людям от 21 что ли, года до 60, какой-то там возрастной типа предел, что еще там 18-летних мы будем все равно в армию забревать, а вот после 20 лет им уже будет запрещено покидать страну. Но я думаю, что сейчас блет этот примут законопроект, и пусть они тогда нам расскажут, что почему мобилизация прекращена. Ну, а касательно вот подготовки, Владимир Геннадьевич, вот мы знаем, у нас военные журналисты проводят интервью, и вот там рекорд, по-моему, если я не ошибаюсь, рекорд человека, который там буквально за 5 дней оказался, за 5 дней оказался в Украине в плену, то есть его вот мобилизировали, он пришел в военкомат, попал на передний край фронта, да, и оказался в плену 5 дней. То есть да. Не идет ни, речь ни о какой там подготовке молодого бойца даже и так далее. Как вы вот оцениваете? Слушайте, вот Украина должна быть благодарна российскому бардаку, лжи, лицемерии и так далее, потому что это снижает и моральный дух армии, ее боеспособность. Но на самом деле Путин ведь не для того провел мобилизацию, чтобы воевать. А Путин провел мобилизацию для того, чтобы пушечным мясом затягивать войну. Ему плевать, сколько погибнет. Ему плевать, что с ними случится, с этими людьми. Ему плевать, что они там разуты и раздеты, без теплой одежды. Вон, я же читаю там сейчас, родственники там пишут и так далее, что там их бросают в лес или там в поле и говорят, что вот там нужно вам отрыть землянки. Еще чем отрыть? У них и зимней формы нет, и их лопат не у всех есть, у них там много чего. И вы там должны будете научиться жить в этих землянках. Вот в этих районах, которые там хотят создать эшелонированное укрепление, там люди будут для себя рыть землянки. То есть тылы там вообще не работают. Я так представляю, что там ни бань нет, ни горячей воды нет, ни медицинской помощи, не дай бог там заболит там зуб, не дай бог там еще чего-то, какой-нибудь аппендицит, помрешь. Вот, поэтому, причем туда ведь едут не 18-летние пацаны. Я помню, я же пришел в армию, когда закончил вуз, на 21 год, мне было 22, я помню, каким-то резким контрастом для меня была служба в армии по сравнению со спокойной жизнью на гражданке. Но мне было 22 года, у меня был организм, способный адаптироваться. Я помню, как там нас командование вывезло в лес в шинельках под дождем, и мы там 3 часа заготавливали какие-то дрова, и нас везли в кузов, и там всех мокрых. Я думал, что я умру. Так, у меня такое было ощущение, что вот я должен после этого умереть. Простудиться страшно. Правда, никто у нас не заболел, не умер, но потому что организм так работает в молодости. Такая мобилизация. А эти же ребята 40, там 45 лет, 50 лет. У них уже организм, пределы адаптации резко снижены. Они же совершенно по-другому на военные трудности реагируют. Путину плевать. Путин рассматривает это как расходный материал, который можно еще там набрать немерено. Он же там всерьез думает о том, что до 10 миллионов можно мобилизовать. Всерьез думает. Я не шучу, это же вот сказал советник ООН, который там сбежал и сказал о планах Путина, о тех разговорах, которые там ходят. Он назвал цифру от 10 до 20 миллионов, Путин готов угробить, якобы, чтобы только не проиграть войну. Вот. Но это все это, знаете, все эти рассказы, которые пока не имеют под собой никакого реального основания. Они вот эти 200 тысяч трудом навербовали, потому что 200 навербовали, 1 200 000 сбежало. Если они таким темпом и дальше будут вербовать, в России вздымется. Вот поэтому ситуация, она такая, она очень плохая для армии, она очень плохая для этих мобилизованных. Они, к сожалению, будут пачками погибать на фронте. Поток гробов в Россию кратно возрастет. Но вы же знаете, что Россия не забирает очень многие тела месяцами. Они там находятся во всяких холодильниках, во всяких моргах.
или просто, не знаю, там... Ну, более того, если я не... То есть, насколько сейчас информация поступает под Бахмутом, там очень ожесточенные бои, и там говорят, что настолько оголтелые россияне, что они просто идут по трупам вот своих там товарищей, которые буквально там пару дней были. То есть, и там экологи уже бьют в набат о том, что уже вся земля как бы там... отравлена, потому что вот просто тела разлагаются, и они просто, да. Ну, говорят, в прямом смысле, они просто усеяны. Ну, вы, человек молодой, не читали, как же фамилия-то его? Никулин, да, Никулин такой был человек, который прошел всю войну, написал про войну и не публиковал, потому что понимал, что это совершенно противоречит официальной картине войны, и его мемуары опубликовали после его смерти. И вот он пишет, как наши генералы воевали. Вот они пишут, он пишет о том, что бойцы гибли, и там они шли по снегу, по пояс там и так далее. И трупы замерзали, стояли стоймя. Трупы шли второй, третий, слоями трупы лежали, потому что Сталин давал приказы вперед, вперед, вперед. Это был 42-й год, конец, значит, там зима. 41-42 год, гнал там на убой, и там просто вот в 5 слоев лежали трупы везде, по всей земле. Это то есть тактика тактика освоенная, завалить врага трупами своих солдат. Что Путин нового придумал? Наши все генералы деграданты. У них все в коммерции хорошо, в воровстве хорошо и в лояльности. Ну, в коммерции я имею в виду такой, коррупционный. А все остальное у них плохо. Они все давно жулики и воры. Они привыкли, так сказать, жрать на серебре и жить в роскошных палатах. Все, что они умеют. Ну и слава Богу. Ну и вот я сейчас говорю, слава Богу, что нет ни Суворовых, ни Ушаков. В этих условиях не может появиться ни Суворов, ни Ушаков, потому что принцип лояльности и вороватости, он исключает появление нормальных командующих, талантливых полководцев, слава Богу. Ну, а если мы уже заговорили про полководцев, как оцениваете вообще вот действия Суровикина? Мы ощутили в Украине, в Киеве непосредственно вот его этот почерк такой, да, с первых дней буквально его назначения. То есть вот в понедельник был массированный очередной, массированная атака ракетами, 80% сбила наше ПВО, тем не менее, там вот несколько попало по объектам инфраструктуры, и вот конкретно в моем районе сегодня не было больше 12 часов света, вот, то есть мы реально как бы вот погружаемся на некоторое время во тьму и так далее. Как оцениваете вот именно его руководство и чего стоит ждать? То есть понедельник... А как я могу оценить его руководство, если вы мне сами подсказываете, что огромные потери, что трупы никто не считает, что идут новые волны на мобилизованных людей по своим же трупам, что там разлагается все и так далее. Это что, это вот нормальный командующий? Вот я сейчас убираю там аспекты, кто прав, кто виноват. Вот я сейчас специально убираю аспекты, кто прав, кто виноват, кто там и так далее, кто агрессор, кто оккупант. Убираем. Мы берем войну. И мы видим, что абсолютно бездарные действия военного командования. Абсолютно циничные по отношению к жизням солдат и офицеров, особенно там низшего звания, там лейтенант, старший лейтенант, капитан, да, майора, да, там уж не знаю, как дальше. Вот, мы видим, что абсолютно разворованные тылы, не готовые ни к чему, людей не могут обеспечить ни там портянками, там, носками, сапогами, нормальной формы, теплой одеждой, там всякими бронежилетами, лопатами, спальными мешками и так далее, нормальными печками. Но мы же что, не видим это? Видим. Вот он почерк этого Суровикина. Спускать ракеты по мирным кварталам, большой, это, так сказать, это и дурак может. Это и дурак может. Это любой командующий, даже если у него там две извилины, одна отношение фуражки, а другая, так сказать, родовая травма, он все равно сможет вести террористическим методом любую войну. Пускай себе ракеты, и пускай по городам. Куда попал, туда попал. В гимназию, в водокачку, куда попадет.
Вот, поэтому тут я не, я вот, например, я не знаю, это вы мне должны сами рассказать, мне даже самому интересно. А что-то вот с точки зрения войны, ведения военных действий, там, каких-то наступательных, контрнаступательных, оборонительных действий, с появлением Суровикина изменилось, вот как военные ваши оценивают его как главнокомандующего? Или просто они тупо гонят солдат на убой под пулеметы, под хаммерсы, под там артиллерийские залпы, под минные поля? Что происходит? Это вот, если вы мне расскажете, я буду вам признателен. Спросим у наших военных, а я пока хочу напомнить о том, что иногда еще мы в эфире, наш гість Геннадій Гудков, и прошу реагировать на нашу трансляцию, ставьте лайки, ставьте дизлайки, это нам очень важно знать вашу реакцию, подписывайтесь на канал нашей медиа-спільноти, это Дмитро Гордон, в гостях у Гордона, и Олеся Бацман. Ну, а мы продолжаем, говорим, конечно, про Україно-Російську. Мы можем дизлайки сказать и не ставьте, зачем нам дизлайки? Шучу. Мы за демократию. Мы за демократию и свободу. Геннадий Владимирович, да, давайте поговорим немножко о внешней политике. Смотрите, вот буквально в понедельник Путин снова-таки встречался... А мы сейчас о чем говорили? О внешней политике непосредственно Российской Федерации не касательно Украины, а Азербайджана и Армении, да? Значит, встречался в понедельник с... Алиевым и с Пашиняном не вместе по очереди, да, вот, и на совместном коммунике вот мне почему-то так вот показалось, что Алиев избегал зрительного контакта и не смотрел на Путина, вот, даже, мне кажется, как-то вот смотрел в сторону, вот, как можно, можете с чем-то связать вот такую вот реакцию непосредственно президента Азербайджана? Есть какие-то мысли? Ну, я, во-первых, почитал отзывы, что это, в общем-то, так сказать, для отвода глаз встречи. Никто ничего не ждет от нее, никто не верит России как гаранту. А я думаю, что Алиева попросил Эрдоган съездить и потерпеть Путина в каком-то виде хотя бы немножко. Там ведь идет какой процесс? И Армения, и Азербайджан договорились с Украиной, договорились с Европой. И Европа дала добро на миротворческие силы, дала добро на урегулирование и изъявила готовность стать гарантом этой договоренности. Это тактика, которая там давно была избрана. Ребята, вы договоритесь, а мы будем гарантами ваших договоренностей. Уже 20 лет такой тактики. Она, правда, не давала результатов, но, может, сейчас даст. И встал вопрос о том, что раз Европа ставит своих миротворцев, путинских миротворцев надо убирать. Путин понял, что он, ему совсем показан на дверь, вон с Кавказа, мы тебе никто не верит, и нам тут не нужен. Он, буду говорить простым языком, задергался, понял, что теряет все влияние, и он начал суетиться вокруг вот этого попытки снова усадить за стол переговоров Армении и Азербайджан, опять всех позвал в Москву. Мне такое впечатление, я тоже смотрел на Алиева, он там сидел очень недовольный, смотрел там куда-то между Пашиняном и каким-то там пространством, несмотря на Путина особо. Вот, я, конечно, не знаю, умышленно это делал, неумышленно показывал, но мне такое впечатление, что его Эрдоган попросил, вот, ну, потерпи, съезди, а там мы как-нибудь посмотрим. Хуже не будет, то есть заодно посмотришь на Путина, в каком он там состоянии. Вот, мне кажется, что это вот так, потому что вот сейчас отзывы идут об этой встрече, ну да, она носила некий просто дежурный протокольный характер, но опять там очередные заверения, вечной любви, дружбе, так сказать, и мире, и во всем хорошем, за все хорошее против всего плохого. Никаких договоренностей серьезных, фундаментальных там не достигнуто. То есть Путин просто показал, что он хочет, да, Путин показал, что он хочет по-прежнему остаться на Кавказе и что-то там контролировать. Но похоже, что с ним уже никто там не хочет иметь дело. То есть он-то сам и хочет на Кавказе остаться, а вот Кавказ, по-моему, этого уже не желает. Какую роль здесь Эрдогану отводите вы? Эрдоган сейчас ключевая фигура и ключевая страна на всех этих урегулированиях, потому что Азербайджан и Турция сейчас практически выступают практически единым фронтом, даже не практически, а единым фронтом. И мы видим сейчас, что там даже были такие заявления, что две страны, одна армия, ну и так далее. То есть это все серьезно. И Турция становится одним из ключевых игроков в этой части света,
я имею в виду Ближний Восток, Кавказ, Предкавказье, за Кавказье. Угу. Там Турция начинает играть такую серьезную геополитическую роль. Эрдогану это выгодно, он в 23-м году идет на выборы, у него не все хорошо с экономикой, у него не все хорошо отношения там с политикой, он проиграл Стамбул. Но там есть у него свои проблемы, поэтому он, конечно, старается показать, что он вывел Турцию в такие серьезные влиятельные страны. Почему он там, как бы, так сказать, приложил максимум усилий для создания вот этих гуманитарных коридоров решения зерновой проблемы? Кто помог спасти мир от голода? Эрдоган. Великий Эрдоган, сам Эрдоган, да? Ему это выгодно. Он действительно там много чего сделал в этом направлении, надо отдать ему должное. Он там, кто спас Европу от беженцев сирийских? Опять же таки Эрдоган, 3,5, там 4 миллиона беженцев, если не больше, находится сейчас на территории Турции. Он там, понятно, что в том числе с помощью денег Евросоюза, создает условия для этих беженцев. И мы видим, что проблема как-то все-таки решается. То есть вот такого наплыва беженцев сирийских в Европу больше нет, как это он был первый там, критические месяцы войны. Ну, то есть он пытается сейчас для себя набрать имидж такого политика мирового уровня. Параллельно с этим он пытается сейчас вернуться к нормальным отношениям с США, поскольку переворачивать армию надо, а его там исключили из многих программ. Как-то нужно с Европой договариваться, а Европа тоже нос воротила после всех этих путчей, там и зажима демократии, обнуления Конституции, но все то, что мы видели в последнее время. Поэтому у Эрдогана вот такая серьезная геополитическая контр-игра. И Путин ему там уже мешается. Поэтому дружбы у них там никакой не будет. А вот по вашему... Да, извините. По вашему мнению, что означает для Украины вот урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе? Для Украины это означает возможное усиление помощи Турции, установление отношений с Азербайджаном, который заявлял о том, что он готов помогать Украине. Ну, это ослабление Путина тоже для Украины выгодно. Вот. Ну, по крайней мере, роль Эрдогана в разблокировке портов, создании гуманитарных этих конвоев. Ну, то есть я считаю, что Украине выгодно на данном этапе, подчеркиваю, мир он такой сложный, геополитическая ситуация она тоже очень сложная, но на данном этапе Украине выгодно усиление Турции в пик в России. Угу. Понятно, что у Турции есть свои проблемы, это тоже не совсем беспроблемная страна, я так мягко, очень мягко говорю, очень мягко. Но на сегодняшний день вот так. Что будет смотрите, завтра, мы будем посмотреть, как говорится. Так, вторая сторона, вот известно, что сам, именно после этих переговоров в Сочи, да, Никола Пашинян вылетел в Иран. И вот на вашу думку, вот украинскую, да, по вашему мнению, какая цель этого визита? И реально ли создание оси Армения, Россия, Иран, о которой уже говорят в СМИ? Нет. Ну, мне кажется, я не знаю, там, у меня такое впечатление, что Пашинян столько ошибок наделал. Я знаю, почему, то есть я понимаю его, почему он полетел в Иран. Армения фактически страна, которая геополитически изолирована. У нее граница с кем? С Грузией. Грузия страна вроде бы демократическая, вроде все у них там нормально, но у них там есть серьезные тоже свои проблемы и серьезное путинское влияние, влияние ФСБ, которое там еще изживать. И я не уверен, что они с этим справятся до конца. А потом у них граница Турция. Вы знаете их проблемы с этим геноцидом армян, который реально был. И Турция это не признает, а весь мир признает. Поэтому проблемы серьезные есть. И обиды исторические тоже есть. Дальше идет граница Азербайджан, с которым фактически дружбы никакой на ближайшие, так сказать, десятилетия быть не может. Дай бог, чтобы там мир установился. И 80-километровый участок границы... Я так немножко знаю, потому что Армения была той территорией, где за меня голосовали, когда я был депутатом, я там частенько бывал. Ну, я говорю, российские граждане. Вот. И там 80-километровый участок с Ираном, границ, который для армян очень важен. Это у них как бы выход в мир. Потому что у них даже границ с Россией нет. Они там воздушный мост был тогда. Сейчас не знаю как. Вот. И
Поэтому страна находится в очень сложном геополитическом, если так можно, географическом положении. И для них вот установление отношений нормальных с Ираном, несмотря на то, что Иран, конечно, страна-изгой. Конечно, страна там с безумными аятоллами, с абсолютными там дикими средневековыми порядками. Страна агрессивная, страна, желающая, так сказать, там серьезной войны, в том числе с применением ядерного оружия. Там у них много грехов у верхушки, которая захватила власть в Иране. Но эта страна для Армении единственный выход в мир. И поэтому они заинтересованы в том, чтобы сохранить этот коридор. Иран так, в общем-то, немножко поддерживал Армению вот в этом конфликте с Азербайджаном, поскольку у Ирана своя контр-игра против Турции и Азербайджана, как ни странно. Так все-таки вот. Вы не исключаете вот это вот это объединение Ирана? Исключаю. Это только в пределах Армении может рассчитывать на Иран только как на контр-игру Ирана против Турции. В тактическом смысле этого слова, стратегическом, там, ну и сохранение вот этого относительно дружественного коридора 80-километрового. Для них это важно. А вообще я просто хотел обратить ваше внимание, наших всех зрителей, на всенародную встречу Нэнси Пелоси, когда она прилетела в Армению. Народ ее встречал как там Марию Терезу, так сказать, там святую какую-то. И понятно почему. Потому что, на мой взгляд, я могу ошибаться, я давно там не был в Армении, давно не общался с истеблишментом, с политиками, но мне так кажется, что они очень сильно упустили момент, когда надо было переключаться для гарантии своей безопасности с Россией. А Пашинян всегда для Путина был нежелательной персоной, персоной нон-грата. Потому что он заявлял, там, пришел таким путем, сверх там кого не надо, демократию стал строить. Да Путин — это красная тряпка. И я не понимаю, почему Пашинян, так сказать, до него не доходил так долго. И вот когда прилетела Нэнси Пелоси, армяне почувствовали, что вот есть некая сила, которая может дать им безопасность, гарантии безопасности. Для Армении это очень важно. И вот мне кажется, этим бы путем армянам идти нужно, армянскому руководству. А не пытаться там не пытаться с Россией выстраивать отношения, которые ненавидит кремлевский истеблишмент, ненавидит Пашиняна за его вот эти демократические порывы. Совершенно понятно. Если они смогут его свергнуть и заменить на более лояльного, послушного и интегрированного в авторитаризм руководителя, они это сделают. Но мне кажется, это я специально говорю, передайте, пожалуйста, Пашиняну, он меня не слушает, но пока у себя боком выходит. Вот. Я сначала очень хорошо относился, очень так, думаю, ну, молодец какой, вот здорово, пришли к власти, вот надо брать пример, как было здорово. Потом смотрю, ёпарас, это он и в ДКБ полез, и с Казахстаном там начал тоже помогать. И тут поддержал, и тут поддержал. Ну, думаю, ну все, капец тебе, парень. Ну, пока он еще, слава богу, возглавляет Армению. Но да, ну и первый визит, мы помним, что он все равно совершил в Российскую Федерацию после его избрания. Хотя казалось бы, что либерал. Да, да, это просто ошибка. Я удивляюсь. Ну, казалось бы, очевидные вещи, лежащие на поверхности. Ну все, Россия тебе, да он точно не друг. Дай бог сохранить нейтральный статус, ну хорошо ты там. Сохраняй с ней нейтральный статус, но ты гарантии своего народа обеспечь. Есть там ЕС, есть НАТО, есть Соединенные Штаты Америки. Договорись с ними. Не надо делать ставку на дохлого мыша или там дохлую крысу. Вот, да, Геннадий, вспомнили мы уже и про Иран, да, и вот смотрите, буквально новость последних часов. Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о неизбежной атаке из Ирана по целям в королевстве. Об этом сообщила газета... Наоборот, по-моему, американцы поделились с Саудовской Аравией. Ну, насколько... Да? Нас или, немножко, ну, хорошо, говорят, значит, я перепутал, да. Может быть. Хотя, видите, да, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, да, и по данным источников США, Саудовская Аравия и ряд других стран в регионе повысили уровень боеготовности вооруженных сил. Как пишет газета, саудовские официальные лица заявили, что Иран якобы собирается совершить атаки,
как на само королевство, так и на Эрбиль в иранском Курдистане. И Тегеран якобы делает это в попытке отвлечь внимание от внутренних протестов. Конечно. По крайней мере, так конечно. Говорится в статье. Конечно. Если власть шатается, начинай войну. Ну, Путин же это же сам и сделал. У него же падал рейтинг, и там дела шли плохо. Ему нужна была маленькая победоносная война, он почему-то решил это сделать в Украине. Он же укреплял свою власть таким образом. Он просто выбрал, как царь Николай II выбрал для бития Японию, думал, что сейчас он там одной левой ее положит. А когда японцы набили ему морду, произошла первая русская революция. А потом, когда царь не понял, что время прошло, прошла уже вторая русская революция, к 17-му году. А о чем говорит вот такая активизация Ирана? Смотрите, то есть сейчас и мы потерпаем, да, от иранских этих беспилотников, которые они продавали. Вот сейчас, говорится, продали у России и продолжают поставлять. Сейчас говорится о том, что Российская Федерация хочет закупить, ну, такие ракеты. Удивляет-то? Что вас удивляет? У Ирана пригорает. Можно сказать еще грубее. У Ирана пригорает, у него там все не очень хорошо, мягко выражаясь. Он страна-изгой, он под санкциями. Ядерная сделка расторгнута. Это означает это углубление, расширение санкций, усиление давления. И ничего хорошего это не даст. Хамини там при смерти, или там серьезно, так сказать, там, ну, он, во-первых, старенький вдрызг, а во-вторых, там у него уже какие-то были там приступы, так сказать, там, серьезные со здоровьем. Все это заколебалось, зашаталось. Все эти, так сказать, там же власть реальная, вот этих вот духовных аятол, так называемых, что мусульманская страна, которая там ввела законы средневековья вместо нормальных гражданских законов, там женщину поработила опять и так далее. Они сейчас пытаются шевелиться, потому что дела у них плохи. Пошли внутренний протест, народ уже там стонет под их гнетом. Значит, Израиль спокойно взял и разбомбил. Время от времени Израиль бомбит их эти центры, которые там могут произвести ядерное оружие или средства доставки. Ну, молодцы израильтяне, что это делают регулярно. Вот. Поэтому у него там все пригорает, и надо что-то делать, а что делать? Нужно обострять обстановку. Может быть, начинать войну, чтобы сплотить какую-то там часть оболваненной нации вокруг своего безумного руководства, как это в России произошло. Вот. Рецепт один и тот же. Что на какую реакцию могут... можно рассчитывать вот, мирового сообщества, непосредственно Израиля, там, Соединенных Штатов Америки? Я думаю, что они сейчас разберутся с Россией, а потом додавят Иран. Ну, заодно там и попутно, проходя мимо, чтобы два раза не вставать, там еще Венесуэла заодно. И там немного осталось. Там уже, как говорится, Аннушка уже разлила масло. Просто вопрос небольшого времени, небольших усилий. Вот, поэтому я думаю, что сейчас, конечно, они все равно будут сосредоточены усиленно на России, чтобы до конца решить этот вопрос. Но Иран будет сдерживать. Иран сейчас будет сдерживать даже Саудовскую Аравию, его традиционный недруг. Израиль, безусловно, включится в эту игру, никуда он не денется, это его безопасность. Может быть, кто-то еще. Я не думаю, что сейчас американцы полностью переключатся на Иран. А у них просто... а мне кажется, что это вот взаимосвязанные вещи. То есть, если будут тормозить Иран, то, соответственно, Иран не продаст эти высокоточные там, ракеты Российской Федерации. Мы же уже видим, что продолжаются эти поставки дронов, которые вот кошмарят буквально Украину и всю нашу энергетическую систему. Дроны я понимаю, цинично так утверждаю, я все понимаю. Просто я хочу сказать, что эти дроны не военного назначения. Это террористическое оружие. Оно же... на фронте не работает, но работает только по мирному кварталу, к сожалению. Угу. Вот, мы же понимаем. И высокоточных ракет там у Ирана кот наплакал. У них тоже там не фонтан, извините, в оборонной промышленности, в военном потенциале. Они, конечно, пытаются заполучить ядерную бомбу, чтобы там никто на них не напал. Они же испугались тогда удара, когда американцы их предупредили о массированном воздушном ударе по всем центрам. Они, конечно, очень сильно перепугались. Потому что американцы подогнали там флот, они там подогнали кучу самолетов, кучу там средств доставки. И, в общем, американцы были готовы это сделать, если бы Иран там не отступил и не сказал, что нет, но ядерного оружия у нас нет, мы его пока не будем создавать, и мы пока, вот, так сказать, только занимаемся мирной энергией, присылайте к нам МАГАТЭ. А так ведь американцы всерьез рассматривали вопрос серьезного воздушного удара, военно-космического, воздушно-космического удара. Поэтому Иран, конечно, он вот сейчас типа думает, что все завязли в России,
попробую-ка я сейчас выскочить какими-то там своими пакостями и гадостями. А вдруг получится? Не получится. Я просто хочу сказать, вот китайцы, они мудрые. Они там могут быть и авторитарные и прочее, но они мудрые. Они же понимают, что вот, уж извиняюсь за выражение, Путин он обгадил всю малину. Они же хотели там сейчас с Тайванем разобраться. А тут получилось, что коалиция возникла в мире в результате Путина, которой никогда не было. В истории никогда не было. Когда там 50 с лишним государств объединились в едином порыве разобраться с этой диктатурой, опасной для мира. И Китай понимает, а нахрена это и что тогда будет, если я там начну так же действовать, со мной тоже 50 государств будут воевать. И я не выиграю, могу не выиграть эту войну, или это будет слишком высокая цена выигрыша. И я думаю, что Китай злой на Путина, ну, китайское руководство, потому что они там много чего хотели, но сейчас они не рискуют. И мне кажется, Ирану не стоит рисковать. Я не хочу давать совета, чем быстрее исчезнут эти аятолы, все это самое мракобесие средневековое, тем лучше для Ирана. Но я бы на месте, вот, если бы они меня послушали, аятолы, я бы не рекомендовал им сейчас рыпаться. Уж извините так, по-простому. Потому что они сейчас могут начать войну. Они сейчас могут нанести удар. А что они получат в ответ? Они получат такое, чего они еще не получали. Потому что мир сейчас консолидирован. И мир сейчас запускает военно-промышленный комплекс. Мы же с вами знаем, что когда началась массированная поддержка оружием Америки, оказалось, что военно-промышленный комплекс был рассчитан на мир. Он был рассчитан на мир. Вот произвели 100 танков, ну и хватит. Для мира, для поддержания мира нам хватит. А для войны нужно 1000 танков. А 1000 танков на оборонный комплекс не рассчитан. И бюджет не рассчитан, и комплектующие не рассчитаны, и стоимость заводов не рассчитаны. И сейчас что делает мир? Вот американский военно-промышленный комплекс загружен по самой небалуй заказами на 10 лет вперед. Да, а что в России? Вам известно что-то? То есть там вот это расконсервация? Мне что-то известно, чего-то неизвестно. Понятно, что Путин пытается сейчас запустить оборонный комплекс 3 смены. Там законы приняты, там какие-то пытаются все мобилизовать, построить мобилизационную экономику, загрузить это все для фронта, все для победы. Но это не работает. Это не работает в стране, которой никто не помогает в мире. Я просто напоминаю, что во Второй мировой войне у Советского Союза были самые передовые союзники, самые сильные, самые богатые, самые серьезные. Это Великобритания и Соединенные Штаты Америки. В первую очередь, как две страны, которые составляли основу коалиции. Да? Потом там Франция подсоединилась на последнем этапе, просто, так сказать, не стали обижать французов. Вообще Британия и Соединенные Штаты Америки – это же мировые две державы, которые тогда были самыми-самыми крутыми, круче только звезды были. Вот. И вот тогда, конечно, там этот ленд-лиз и поставки, и война в Атлантике и прочее, все это помогло Сталину избежать поражения. Да, понятно. Но если сейчас возвращаться, так сказать, под занавес, да, Геннадий Владимирович, все-таки на что еще способна Россия? Есть силы у нее? Вот каждый, ну, мы видим уже, да, каждый понедельник у нас так выходит, что вот такой вот массированный обстрел. Этот понедельник, прошлый понедельник, позапрошлый понедельник, на что еще способны? То есть, и почему они способны? К сожалению, я не могу вот сказать, ребята, расслабьтесь, все нормально, скоро все кончится. К сожалению, пока способны производить, может быть, не самые качественные, не самые современные, но все-таки оружие, которое убивает, летит и убивает. И пока ресурсы у страны есть. Но там экономисты посчитали, что они тратят в месяц $14 миллиардов. К сожалению, такими темпами они будут тратить деньги еще 1.5 года. Ну, я просто говорю арифметика. Арифметика показывает, что у них есть возможность, если там что-то другое не случится с Россией, с экономикой, с правящей верхушкой, с народом, то есть еще резервы вот на такой срок, даже вот при таких темпах трат. Поэтому, ну, к сожалению, пока еще российский военно-промышленный комплекс способен производить массу дерьма, массу смертоносного дерьма. А вот это промежуток, этот неделя, это чем-то он обусловлен или это просто совпадение? Ну, вот обратите внимание, что у Путина стал почерк, как у Хамаса. Хамас накопит ракеты, наклепает ракеты, наделает ракеты, где-то подкупит ракеты.
и устраивает потом недельные там, и двухнедельные атаки. Я думаю, что у Путина примерно так же. Ресурсы, конечно, в России близки к исчерпанию, запаса такого нет. Вот, невозможно произвести там такое большое количество там, танков, самолетов, пушек и так далее. Это все-таки, ну, особенно там мы говорим о высокосложном оружии, да, там самолет не произведешь за 3 дня. Это же не Вторая мировая война, когда на фанере летали, на клееной фанере там стоял двигатель, и было понятно, что этот самолет там на три боя, а дальше он должен быть просто, так сказать, разобран на запчасти. Поэтому понятно, что сейчас оружие очень дорогое, и на такое дорогое оружие в России ресурсов не так много, они тают. Но вот на более простое оружие ресурсы есть. Поэтому мы и видим, что помимо вот этих более-менее мощных и точных ракет летит всякая хрень, которая может способна лететь. Ну что вот это реактивная система залпового огня? Ну если по-честному, труба, в которую вставляется другая труба, начиненная, так сказать, там, взрывчаткой и маршевым двигателем, и все это выстреливается примерно в таком направлении, удар по площадям. Это же не то оружие, которое сегодня требуется для войны, это то оружие, которое, в общем-то, выросло из Второй мировой, по большому счету. Ну, «Катюша», там, все эти системы залпового огня, они же произошли со Второй мировой, это те же там «Катюши» и там ей подобные образцы. Это просто модернизированная «Катюша». Она очень простая, по большому счету. Это не «Хаймерс», который там наводится со спутника, что он там корректируется, у него там есть подруливающие, так сказать, баллистику двигатели, там они включаются, выключаются, там работают программы, там все сложнее. Но эффективность точно намного выше, да? А здесь пальнул, куда попал, туда попал. Не попал, но не попал, зато этого дерьма много. Вот, собственно говоря, вся тактика Путина. Закидать трупами солдат и закидать оружием, которое может быть не высокоточное, но зато его можно быстро и много произвести. Но, тем не менее, все равно идет серьезное ухудшение экономического положения. Идет серьезное ухудшение работы оборонного комплекса при отсутствии там комплектующих, станков. Ведь что произошло в России после СССР? У меня вот отец, например, работал на огромном, крупном станкостроительном заводе. Я этот завод знаю с детства, ходил к нему там в гости, потом там на всякие экскурсии, а потом даже немножко поработал на этом заводе. Вот. И я могу сказать, что они производили различные станки, в том числе для оборонной промышленности. А где этот завод? Даже не в Караганде, а еще хуже. Вот. Нет этого завода. И таких заводов, которые закрылись, которые уже ничего не производят, в том числе станки для оборонного комплекса, их полно. 90 с чем-то процентов станков, это была цифра, не помню, чуть ли даже не Прилуков еще при жизни, ну, бывший премьер и председатель торгово-промышленной палаты, еще озвучил, что 90 с чем-то процентов станков и оборудования импортные, да, возятся. Но видите, тем не менее, вы сами говорите о том, что еще потенциал достаточно. Ну, пока есть, но он тает, этот потенциал, медленно, но тает. А санкции, они будут его добивать, этот потенциал, и экономику, и финансы будут добивать. Сейчас вот это нефтегазовое эмбарго, сейчас это ограничение цен, потолки на нефть и газ, сейчас это вторичные санкции в связи с признанием России террористическим или там, государством, или спонсором терроризма. Там вторичные санкции опасны для всего мира. Никто не хочет под них попадать. А зачем совать голову под меч или там, под молоток, если можно не совать? Всего-то там нужно просто не сотрудничать с Россией по таким-таким вопросам. Поэтому сейчас вторичные санкции начнут работать. В общем, додавят. Конечно, додавят. Вопрос времени. Поскорее бы. Я понимаю. У меня терпение кончается, у вас терпение кончается. Но Путин на это рассчитывает. Он вообще сейчас рассчитывает на затяжку войны для того, чтобы наше терпение кончилось. Или произошли какие-то события, там, типа революции в Америке. И пришли к власти отмороженные коммунисты, которые, конечно, с Путиным тут же начнут через океан дружить и целоваться в засос. Вот примерно у него такие вот надежды есть. Для этого он и войну затягивает, для этого он людей бросает на фронт, как расходный материал, понимая, что он будет перемолот, уничтожен. Но его это не волнует. Ну, извините. Спасибо большое. Спасибо, Геннадий Владимирович, за вашу аналитику, за ваше время.
Спасибо большое. Напомню нашим телезрителям, в нас в гостях сьогодні був Геннадій Гудков, російський політик, опозиціонер, екс-депутат Держдуми Російської Федерації, полковник ФСБ у відставці. Дякуємо вам. Ну, а я... І вам спасибо, берегите себе, і вам победы, і щоб на все хватило мужества і терпіння перенести. Спасибо, спасибо большое, очень ждем. Да. Ну, я нагадую нашим глядачам, щоб підписуйтесь на усі канали нашої медіаспільноти у Гордона. Олеся Бацман, в гостях у Гордона. Ставте лайки, як я казала вже, дизлайки. Для нас дуже важлива ваша реакція. Ну і чекаємо. Ми працюємо для вас, щоб вам було цікаво. Ну і, звісно, бережіть себе. Побачимось. До побачення.